упыри, которым объявлены санкции, не имеют никакого отношения к России. И конкретным чиновникам объявлено, совершенно были санкции Евросоюза. А они, подкладывая нас, как заложников, объявляют санкции странам. И от этих санкций страдаем мы. Конкретно, четко, понятно. Поэтому никакого продления санкций против России нет. Это продление санкций против конкретных корпораций, которые не имеют никакого отношения. Это искусственно созданные абсолютно экономические конгломераты административным путем, которые должны быть возвернуты в то состояние, в котором они были. О «Газпроме» никто не знал 15 лет назад. Это искусственная агломерация, которая должна быть разобрана на составляющие. И тогда все встанет на свои места. Поэтому на сегодняшний день надо понимать, никаких санкций и ответные санкции, которые мы объявляем против народа России, о них не имеет смысла даже говорить.